Так, обезопущена. Цель наша Ничего страшного. приближается. С пиратством. У нас пиратство, у нас будет отстрелять охранники и добежать до Константина Хёрстена. 130. Мы выгадаем время, немножко подгадаем, чтобы пробежать и сесть в поезд, чтобы не ждать, пока за нами придет орава охранников и не убьет нас. Но это только на первой части, а на второй части мы будем уже бежать полноценным, как бы, рандомом. 110. О. Сколько бежим? 80, 70, 60? Давайте 70. 90. 70, давай, говори, старт. Семьдесят пять. Ладно, погнали. Пятьдесят. Сорок. Тридцать. Там охранники. Пятнадцать. Десять. Пять. И... Охрана. Появилась. Насквозь не пробивает. Смотрите, сюда, гад. Бля. А, нет, остановился. Поехали, 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 поехали. По мне стреляет. Не пробивай. Насквозь пытается. Только с левой части охраны. Вместе. Я одну аптечку завижу. Нам будет сложнее дальше. Так, а вот дальше-то чё? А чё дальше? Центр, потом куда? Бизнес-центр. Голубая линия. Или белая? Белая. Ну, там надо через весь метроцентр пробежать. Там очень далеко бежать. И там очень много охранников. На каждой лестнице, на каждом повороте по паре охранников. Не забудь. Вот это только у меня сейчас подлагивает. Нет, нормально, ничего не подлагивает. Значит, у меня система сводненькая для этого. 75 секунд еще ехать. Ты сколько заюзал аптечек, Иван? Уже установили? Тоже одну. Мне голову желтую сделали. Предлагаю Урху быть нашим проводником. 37. Ты знаешь, как надо подняться наверх? Ой, как бы налево, потом где
где мы появляемся, там мимо этого надо пробежать, по идее, и вниз туда. Блин. От меня сейчас толка не будет. Формация я точно... Да? Не, я точно не помню, как бежать даже. Нет, там, где мы появляемся, там... Если только вы в поезде покатаетесь, а я буду говорить, сколько времени осталось. Ну все, почти приехали. Ну, с моей стороны. Чуть не стреляет. Вы уже бегаете, что ли? Я уже бежал, да. А я только доехал. Ну, первая стрельба. Ой, блин. Меня лифтом убило. Могу не метро. Я на Кевин Хексе. Удачи вам там. Ты, Иван, бежишь? Да, за тобой. У меня аптечек нету. Перезарядиться здесь? Давай. Да, давай перезарядимся. Готов? Готов. Погнали. Так, с моей стороны 135. 33 за секунду. Стреляй за сильно. Чуть ты, блин. Прямо по головешке зарядили. 6 секунд. Забегаем. Вот же, блин, неугомонный. Вы это, решили Херстона, что ли, Константина прибить? Сейчас мы ему все скажем, что думаем. Да ты пирата добежал до самого минута. Главного человека. Бизнес-ветки. Последний остался. Рывок. Но здесь тоже достаточно далеко бежать. И там очень много будет охранников. Мы пришли отмыться. Принесли с собой подарок. У меня, кстати, гранат, к сожалению, нет. Здесь, наверное, нельзя юзать их. Даже если ты пират. К сожалению. Так бы реально все правда. Приехали, смотри. Иван, готов?
Погнали. Здесь пока никого. Экономим силу. Так, первые охранники ногу не стреляют. Там не два раза дали. Он мне руку сделал, сейчас снова тоже будет стрелять. Они думают долго. Так, налево. Слышь, мужик, деньги давай. Добрались? Да. И как он там реагирует? Что-то сидит вообще. Тут с коридора кто-то по нам стреляет. Вы за него спрячетесь. Охранник ушел, охранник испугался. Вообще пофигу. Мужик, отвлекись. Может, задание можно взять? Че, это внутри у него получается вообще там безопасно? Нету нахер остана. Смотри, идут охранники, смотри, какая толпа идет. Вон трое. Там еще сзади двое. Сейчас сюда соберется. Вон смотри, слышь, бить стрелять сейчас будет, отойди. Видео дайте. Так, с моей стороны. Ой. А че не стреляют? Он куда-то стреляет, сквозь стену пытается. Вот зацени, короче, прошел такой вообще. Ой, 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 ой. Спрятался за херстом. У вас заложник, да? Они стреляют, не конкретно не могут попасть в ванну. У них такой разброс патронов, что прям здесь у них сзади окно большое, там пол окна перекрывает. Но сюда не заходит, в эту комнату. Похоже, это закрытая для них зона. Магда Хёрстон, Ита Хёрстон, Абердин Хёрстон и Ария Хёрстон. Это все. Посмотрел, как по Константину сейчас маляка. У меня не рисует. У меня от него аж кровище летит. Я, кстати, только сейчас заметил, что смотри, там по тебе стреляют. Что все эти люди, которые на портретах, они как бы в честь лун названы, здесь четыре луны. Ты видишь, сколько их за дверью стоит? Ну да, что-то толпучка. Че, бежим обратно? Я выберу, успеете? Встань. Бежим, бежим.
скрываемся. Ой, пики слину. Нормально, я выбежу. А я аптечки, а не аптечки вроде поднял. А здесь сейчас никого не будет, наверное. Они все туда ушли. Че, может, перезарядим аптечки? А у тебя потратилось? Ну да, по мне пару раз дали. Давай. У меня не были взяты, приколи. Я без аптечек побежал вообще. Вон, смотри, где-то охранник здесь рядом. Попал по мне чуть-чуть. Там два охранника еще идут. Куда дальше идти? Можно в спейспорт. Ну, походу за Андромедой. Ну нафиг тебе отмываться. Если что, я откройну. Надеюсь, она там не еще. Так, поезд стоит как раз, смотри. Очень неудачно. Блин, я не с той стороны. 19 секунд. Ты куда? Ты не успеешь. 12, 11, 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Прикол. Что она здесь устроит? Успели, нет? Нет, а сейчас соседние, сколько там соседнего? 55 секунд. Не знаю, что делать. Они сейчас сюда придут. Наверняка. Сорок секунд. Не видно там за угол? Не, нету никого. Ну и слава. Двадцать две секунды. Куда побежим, за поездом или, ой, в смысле за Андромедой, ну туда или в спейспорт побежим? Да уже отмыться, короче. И ну, ладно. У меня так не получалось далеко добежать. Видимо, из-за того, что мы вдвоем, по нам как бы более разряженный огонь идет. То есть по кому-то половина, по кому-то вторая половина стреляет. Ну вот. 50 человек, когда бегал, там вообще весело было. Угу. Правда, у них аптечек не было. Ну, кому-то повезло, прям чудо. Или просто вовремя забегал за своих союзников, чтобы союзник был между ними охранен.
Ты умер? Нет, ты. Я что, тебя не вижу? Алло. Тут на посту охраны нет. А ты не помнишь, какой у нас там гейт был? Ну, шестой. А, нет, хотя нет. Нет, первый. Я сажал на первом. Блин, там не дали. Убили? Нет, не убили. Но я потерялся. Беги на меня. Ты вниз побежал, тебе надо наверх. Налево, наверх. Налево. Вон я. Здесь сейчас сложный будет участок. Но здесь точно много стрельбы было в прошлый раз. Нету. Первый, да? Это очень похоже. Ну, 19 секунд, обалденно. Поезд. Натуральный адреналинчик. Ты видишь, как по мне шмаляют? Да-да. Че, до Урсы добежать, а там сдаться? Да пускай я тут взорву, что ли. Есть немножко. Были бы не террористы. Вы бы за то время, пока вы чертом сидели, успели бы на голову отпилить, заморозить и побежать. Попить на полгорода уничтожить. Все равно сколько аптечек потратили. Ну, получается 6. Что-то улица в 6 километрах.
можно попробовать вызвать, там я ее здесь. Стоп, а куда вы ехали? На первый гейт. Нам здесь умирать. Сити гейт 0-1. Или что, или вызовем ровера? Там вот возле этого терминала вызовов очень много их обычно. Можно попробовать? Ну, кто-то давай, отвлекать будет. Отвлекем их от терминалов, а потом вызовем. Давай. Блин, цели, да? Да можно не умирать, улететь отсюда. Ну, завтра снова пиратом становиться. Да с такими, как вы, пиратами. Так же, с такими, как вы, пиратами, блин, так... Блин, так идти. Подожди, подожди, стой. Повесится. А, вот идет уже. Блин. Они все пошли, нифига себе, навстречу мне. Возможно, на гейт второй перелетел. Лего, к тебе идут трое еще. Я вызываю. Главное, чтобы не убили. Долго думает. Думает, есть. Я беру. Убегай. Для аптечки нет, у меня красный торс. Я выполнил. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.